Всем привет, дорогие друзья, с вами Доминиров. И сегодня будет такая какая-то новая для меня рубрика, потому что до этого я никакой развлекательный контент не пилю. Короче, все максимально просто. Я буду играть в новом режиме, это Blast. Посмотрим, что вообще за режим, потому что я в него очень мало поиграл. Я не знаю, что в него входит. И за каждую смерть, которая у меня там будет, я буду крутить спин. Вот, посмотрим, получится, не получится. Если выбьем ножик, то мы откроем какой-нибудь стикер-пак хэллоуинский, окей? Типа, если выпадет нож, я открою хуинский стикер-пак. Охренеть, я в шоке. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Там я беру людей в прокачку. Чтобы участвовать в прокачке, нужно просто засмотреть видеоролик до конца. Обязательно подписаться на канал с колокольчиком и поставить лайк. В течение всего видеоролика я буду буквами собирать промокод, который вы сможете активировать. Поэтому если вы какую-то букву пропустите, скорее всего промокод вы не сможете активировать. Опять же, смотрите внимательно. Буквы где-то в любом месте могут находиться. А мы начинаем. Так, вот, собственно, мы зашли с вами уже на карту. Вот он, новый дробовик «Спас». И, кстати, на него новый скин. Плюс новые скинчики на тычке. Прекраснейший ножик. А Спас славится тем, что он вантапит, насколько я знаю, практически с любой дистанции. У нас здесь 28 хп. А смерти на разминке, если что, считаться не будут. Я сделаю сразу звук чуть-чуть потише, чтобы не напрягать ваши уши. Господи, это сложнее, чем я думал. В общем, за каждую смерть крутим спин. Все максимально просто. Здесь фрагмувики можно пилить с этим дробовиком. Я уже 25 на 0 веду, понимаете? Не, здесь какой-то... О, первая смерть есть. Круто, перемещаемся с вами и крутим один спин. Так, собственно, мы с вами крутим первый спин. Тум-тум-тум-тум. Пока у меня первый уровень, я уже выбиваю эти тычки, я уже все потратил. Так, так. Кейс, круто, круто. Этот кейс тоже откроем. Поехали, вернемся в каточку. Так, а мы с вами продолжаем. И уже по мне попали, очень даже больно попали. Забираем одного, забираем второго. Прыжки. Ой-ой-ой, второй спин, да чтоб тебя. Перемещаемся, крутим. Поехали крутить второй спин. Так. Так. Кейс. Ну, в целом, монетки тоже подойдут. Здесь, если мне немножко не хватает до последнего дробовика. Ну, как немножко-множко, но тем не менее. Так, вернемся в каточку. Так, возвращаемся в каточку. Так, забрали, забрали. Ой-ой-ой, какой-то кузнечик, господи. Какой-то прыжкожуй. Все, я не дам тебя убить меня. Конечно, дам. Третий спин, да чтоб тебя. Поехали, крутим. Так, и поехали крутить третий спин. Буф. И надеюсь, что мне не придется больше умирать. Стой, ножик. Хотя нет, зачем мне ножик? Сейчас еще на Хэллоуин пак разорится. Так, опять падает нам коинсы. Такой себе. Поехали в катку. Так, сразу перемещаемся в каточку. Я не знаю, насколько это будет интересно смотреть, но опять же, ребятки, промокод юзайте, смотрите. Вот туда этого мопса. Ой-ой-ой, этого дальнего заберу. Забрал! Так, тут надо записать... Я думаю, что, ну, было бы круто записать вторую часть именно в дуэле. То есть против какого-нибудь ютубера дуэль один на один, где мы будем открывать какие-нибудь закрытые кейсы там, ну, которые уже убрали из игры. Если вы хотели бы это, напишите, пожалуйста, в комментариях. Позову как любого ютубера, которого вы захотите. Ну, не любого совсем. Так, крутим еще один спин. Ну и четвертый спин. Опять. Опять коинсы, что-то мне везет. Ну ладно, погнали дальше. Вернемся в каточку. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, да чтоб тебя! Ладно, крутим следующий спин. Так, пятый спин. Ну, я не знаю. Я знаю людей, у которых с седьмого выпал ножик и... Это жестко? Да, это жестко. Да, это жестко. Ух, так. Ну и надеюсь, что я больше не буду умирать. Так. И, собственно, блин, на самом деле очень крутой скин на этот Спас, мне нравится, таким осьминогом и лохнесским чудовищем, вообще балдеж. Ну, то есть я даже не понимаю, это отдельно лохнесское чудовище или это просто
щупальце сделано под стиль... Слушайте, я не могу понять. Это просто щупальце такая, я думал, это динозаврик. Ну, типа, ну, мордочка. Да, походу я сегодня всю голду оставлю на спинах. Угу. Шестой спин, поехал. Я чувствую, что голда уже у меня заканчивается. Ну, ничего страшного. Так, вот сейчас хорошие шансы именно на... Ладно, 6 раз прокрутили, нормально. Кстати, 3 осталось до следующего. Как раз таки, я думаю, что если мы будем с вами выпускать новые ролики в этой теме, мы могли бы больше этого всего сделать. Поэтому как-то так, да. Давайте еще 2 кейса крутанем, пока не хочу возвращаться в катку. Надо передых сделать, 2 кейса крутанем, может что-то выпадет. Ой-ой-ой, дигл? Нет, не дигл. Так, и второй кейсик сразу крутанем. Ну, на ролик-то можно что-то сочное. Ну, конечно, зачем мне ВП, если у меня же нет юшпа ни одного. Действительно. Так, ладно, все, круто, поехали дальше. Так, обратно в катку. Мне кажется, мне надо сидеть АФК, хотя уже 50 фрагов настрелял, на самом деле. Бодро, это очень бодро. Напишите в комментариях, какой у вас рекорд был на этом режиме. Во, здесь надо было изначально садиться. Не, нормально, нормально. 54 фрага, очень даже хорошо. 6 смертей, 6 спинов мы с вами прокрутили. Ох, ну, в целом, даже не знаю, какое-то такое двоякое впечатление от этого. А, ребятки, хотели бы вы продолжение этой рубрики? Я специально небольшой ролик такой запишу, вот на одну каточку. Если хотели бы, круто, напишите, я сделаю еще. Вот, а на этом все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Участвуйте в прокачке инвентаря. Логин и пароль я не беру. Нужно просто подписаться на канал, поставить лайк и в комментариях написать свой ID. В телеграм-канале будут итоги конкурса. Всем до новых встреч. С вами был Доминиров. Пока-пока.